Магазин 2021. Валентина, скажите, пожалуйста, как прошел ваш 2020 год? Какие планы у вас на 2021? В 2020 году мы как раз заключили договор с Метро, и у нас появилась фасолька. У нас было открытие уже в 2021 году, 3 февраля. И будущее на 2021, конечно, у нас большие планы. Будем увеличивать свои закупки в Метро и как бы работу с населением. Скажите, а Метро вообще вот поддерживает вас, помогает в вашей работе? Да, конечно. Метро всегда у нас на связи с любым вопросом, и все решаемо. Спасибо огромное. Спасибо, Метро. Наши гости, новые включения. Спасибо.